10 сентября – третий день фестиваля. С утра в центре внимания самые юные жители Усть-Лабинска. Для них в рамках детского и семейного киноклуба состоялся показ яркого захватывающего анимационного фильма режиссера Валерия Угарова «Папка Ёшка и другие». Представила мультфильм продюсер Елена Лавренко. А потом, по традиции, началась киноигра, в ходе которой ребята попытались снять продолжение полюбившегося им мультика. Новая сюжетная линия развернулась в Усть-Лабинской крепости. Продолжение мультфильма получилось в духе оригинала – о дружбе и взаимовыручке. Затем в кинотеатре «Знамя» в рамках программы «Мир глазами молодых» прошла конкурсная программа, посвященная 90-летию ВГИКа. Руководители программы – профессор ВГИКа Светлана Музыченко и известный писатель Алексей Варламов. После этого гости фестиваля отправились на хутор «Железный» на праздник под названием «День казачьих станиц». По дороге автобус сопровождали конные казаки, а в самой станице дорогих гостей встречали хлебом с солью, и концерт получился таким же – радушным от чистого сердца. Большое вам спасибо за то, что вы есть! За то, что вы несете радость людям в этой жизни. Спасибо. Надеемся, что мы вас согреем здесь, в нашем хуторе, хотя он называется «Железным», теплом, гостеприимством. Дай вам Бог. Мы открываем и проводим замечательный кинофестиваль под прекрасным девизом «Земля отцов, моя земля». И четвертый год подряд звезды российского кино радуют нас своим присутствием, радует нас своим творчеством. И сегодня вот такая вот прекрасная возможность здесь у нас в хуторе Железном провести такую замечательную встречу. Кинематограф. Три скамейки. Сентиментальная горячка. Аристократка и богачка в руках соперницы-злодейки. Не удержать любви полета. Она ни в чем не виновата. Самоотвержена, как брата. Любила лейтенанта флота. Que bella cosa una giornata di sole. Пора, 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 вы вся на своем веку, красавица и кубку счастливому клинку. Пока, 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 чая перьями на шляпах, судьбе не расшибем, merci beaucoup. Едва встаю я на ногах, но я ведь не пьяна. Что так быстро тают листья? Ничего мне непонятно, а я считаю словно письма. Наши даты, а я считаю словно письма. Наши даты, а я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассветы. Это омут, чистый омут, бабье лето, бабье лето. Вечером этого же дня в зале Дома культуры «Кубань» при полном аншлаге прошел спектакль «Любовь не картошка, не выбросишь в окошко» режиссера-постановщика Андрея Максимова. В числе исполнителей – народные артисты России Александр Панкратов-Черный, Нина Усатова, заслуженные артисты России Игорь Скляр, Кира Крейлис-Петрова, Зоя Буряк и другие. «Этот спектакль о нас и о вас», – сказал Александр Панкратов-Черный, представляя работу. Зрители бурными овациями подтвердили эти слова.